Вправо шаг, влево считается подъезд. Конвой открывает огонь. Свет предупреждения. Шухов, братцы, одной ногой уже дома. Срок кончается. Нет, братцы, здесь жить можно. Спаси, сохрани, Господи. Ты радуйся, что ты в тюрьме. Здесь тебе есть время о душе подумать. Я слышал, у тебя жена умерла. Дети в детдоме. Давно. Что с ними? Говорите прямо. Здравствуй, папа. Прости, что долго не писала. С Лизонькой ты моей, наверное, беда. Пишет, что ребенка ждет от любимого человека. О браке ни слова. А вдруг прибавку дадут? Больше смерти, ее боюсь. День рабочий такой короткий. Только до работы пропадешь, уже и все. Беги, я быстро. Только ряд доложу. Храни тебя, Господь. Вы же герой. Да бросьте вы, Николай Иванович. Какой я герой? Немцы! По третьему танку! Огонь! Собирайся, Буйновский, в карцер. 10 суток. Строгого. Он в карцере не жилец. Похвально, Шухов, за товарища постоять. А только теперь ты за товарища в карцер и пойдешь. Спасибо тебе, Господи.